Сразу две «Газели» пострадали накануне в автомобильных авариях вблизи Екатеринбурга, причем не по своей вине. На Екатеринбургской кольцевой автодороге на участке между Кольцовским и Тюменским трактами мебельный фургон «Газель» влетел в корму полуприцепа «Шмидц». По словам водителя тягача «КамАЗ», жителя города Чебоксары, авария произошла из-за неисправности тормозной системы его автомобиля. С машиной это что случилось? Я подлетал. А что из-за чего? Кран вырвало. Что за кран? На телеге? На тягаче. На тягаче? А? И тягач, а фура пустая у тебя, что ли? И у тебя телегу поперек. Тягач встал, а телега потолкнула вперед и поперек дороги. КамАЗ с пустым полуприцепом фурой двигался со стороны Кольцова в правом ряду. После того, как его сложило, фура перегородила всю проезжую часть. Водитель «Газели», ехавший в левом ряду, пытался избежать столкновения с неожиданно возникшим на пути препятствием. Вывернул руль вправо, но все же задел правый край фуры, после чего съехал в кювет. Кабина «Газели» оказалась серьезно повреждена, так что даже удивительно, как ее водитель остался невредим. Вторая авария произошла в 11 утра на Тюменском тракте в районе Курманки. Здесь пилот «Рено Сандеро», 66-летний мужчина, направляясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по неустановленной причине потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с «Газелью». Пострадавшего с трудом удалось извлечь из-за руля. В этом случае водитель «Газели» также не пострадал.